Господин Омер, значит, вы открыто называете меня убийцей, правильно? Простите, но вы слышите, что вы говорите? Да, слышу. Значит, все действительно очень серьезно. Именно так. Но раз так серьезно, ты не теряй времени и сходи к психиатру. Видимо, ты не смог пережить смерть невесты и не можешь нормально думать. Мы здесь говорим не обо мне, а о тебе. Можем начать со лжи, которую ты мне сказал, когда я спросил у тебя, где Пинар. Пинар? Какая еще ложь? Я к тебе пришел и спросил, а ты ответил, что вы поссорились, и она тебя бросила. Но Пинар нашли посреди моря полумертвой. Это необычная ситуация, не правда ли? Хоть вы и расстались, хоть и поругались, ты должен был обратиться в полицию. А ты что сделал? Ничего не сделал. Почему? Потому что это ты хотел убить Пинар Тайяр Дюндар. Вот это да, Умер, вот это да. Но у тебя и воображение. Не вздумай где-нибудь сказать это, опозоришься. Ну хорошо, если ты не виноват, проблем нет. Пошли в участок, дай показания. Помоги мне установить справедливость. Узнаем, кто заказал Танера и бросил Пинар умирать в море. Очень бы хотел помочь, но, как ты видишь, я очень занят. Мое дело служить государству, образованию и медицине. У меня нет времени на твои бредовые идеи в тот момент, когда тысячи молодых людей ждут моей помощи. Конечно, конечно. Добро пожаловать, Умер. Все нормально? Господина Умера мучают некоторые вопросы. Мы с ним поговорим и придем к вам, дочка. Хорошо. Я тебя... Послушай, Умер. Ты пришел в мой дом, сел за мой стол, даже использовал Элиф в своей игре. Ты попытался убедить и меня, и семью девушки в этой лжи. Я все равно принял тебя, относился как к человеку. Если хочешь, чтобы я продолжал так относиться, больше не приходи ко мне с такими глупостями. В следующий раз я могу не быть таким лояльным. Как знаешь, Тайяр Дюндар. Но не забывай, что мы с тобой еще много раз будем встречаться. Посмотрим. Всего хорошего, господин Умер. Идем, и мы что-нибудь возьмем. Идем. Мама, брат Умер здесь. Где? Ой, идем, чтобы он нас не заметил, а то начнет расспрашивать.
Омер уходит. Наверное, сделал все дела. Зачем он пришел, интересно? Или ты не сиди просто так. Давай, беги быстрее за своим Омером. Нет, больше я не буду за ним бегать. Тот, кто хочет со мной поговорить, придет и поговорит. Я уже устала бегать за ним. Браво. Вот так. Вот и все. Браво, подруга. Пелин. Пелин. Пелин, послушай. Не трогай меня, ну послушай. Отпусти, убери руки. Больше ни слова не произноси, ни слова. Послушай меня. Посмотри на меня, посмотри мне в глаза. Я ведь не извращенец. Послушай, я ведь не извращенец. Я люблю тебя, Пелин. Черт тебя побери, Арда. Всем добро пожаловать. Вы оказали нам честь своим приходом. Если сегодня наш фонд существует, это все благодаря вам. Мы бы ничего не добились, не будь вас, господин Тайер. Это ваш успех. Спасибо. Спасибо, спасибо, большое спасибо. Спасибо. О, Аллах. Я от волнения забыл, что хотел сказать. Лучше не буду вас больше утомлять. Иди сюда, Месуде, иди. Месуде в этом году закончила медуниверситет. Она лучшая ученица с красным дипломом. Она одна из тех, кем гордится наш фонд. Здравствуйте, добро пожаловать. Я Месуде. О, Аллах. Вообще-то, господин Тайер никогда так быстро не заканчивал. Уж не знаю, о чем они говорили с Умером. Они оба неважно выглядят. Что же, интересно, случилось? Брат, два семита, в них положи сыр и хорошенько согрей. И два чая заваренных. Я смотрю, у тебя поднялось настроение, поднялось, начальник, поднялось, потому что мы на правильном пути. Но как все прошло? Сначала наш дядя Тайер впал в шок, но потом пришел в себя и начал отвергать обвинения. Я предложил ему помочь и пойти в участок. Он стал говорить о своем уважении и занятости. Он думает, что созданный им имидж непоколебим. Он посоветовал мне психиатра, начальник. Оказывается, он может исцелить мои раны. Спасибо, он такой заботливый. Прошу, брат, ваш чай. Начальник. Но как ты чай несешь? Вот семиты, как вы и просили, спасибо. Приятного аппетита. Пынар, девушка, которую бросили умирать на катере, любовница Таяра. Начальник, я встретился с ней взглядом. Она просто умирает от страха. Этот Таяр убил не только Танера, начальник. Увидишь, сколько еще гадостей мы выкопаем. Погоди, погоди. Ты сейчас поджег фитиль. Давай подождем и посмотрим, что будет делать господин Таяр, чтобы погасить этот фитиль, правда? Если операция Элиф будет отменена, я точно скажу, что Таяр наш человек. Быстрее, быстрее. Элиф скоро придет. А может, мы пока не будем видеться? Мне не нравится храбрость этого полицейского. Ты прав, доктор. Можно войти? Входи, дочка, входи. Ты в порядке, дядя Тайер? Увидев, что ты пришел сюда, я начала переживать. Поправляйтесь, господин Тайер. Спасибо, спасибо, господин доктор. Я в порядке, Лив. Немного скачет давление.
Я поняла, тебе стало хуже после того, как ты поговорил с Умером. Расскажи, что случилось, Элиф. А может, я не буду вставать между вами? Я не поняла, что это значит. Он меня в таких преступлениях обвиняет. Каких, дядя Таяр? Он говорит, что я заказал Танера. Я пойду, дочка, с твоего позволения, с твоего позволения. С вашего позволения. Что случилось, господин Таяр? Я плохо себя чувствую, скачет давление. Наверное, от погоды. Вы отдыхайте, поправляйтесь. Спасибо. Мы вас обязательно ждем с госпожой Пенар. Дай бог, дай бог. До свидания. Пошли, дорогая. Элиф, что происходит? Бахар, я ухожу. Этот Умер опять что-то натворил, да? Алло, Умер? Слушай, Элиф. Где ты? Держи, колбасы не было, я сделала сыром. Аккуратнее, это не все твое. Хюсейн встал, дочка? Встал, мама, встал. Я уже с утра упреков наслушалась, слава богу. Смотри его детей, корми, пои, а потом еще и сиди и слушай упреки. Сынок, жуй, жуй, подавишься, а то... Ну, очень вкусно, мама. Что я могу поделать? Мама, я не понимаю, почему этот ребенок стал таким? Мелике, где мои часы? В комнате были перед зеркалом. Где перед зеркалом? Почему я не вижу? Иди принеси, одену. Аллах. На работе бегаешь за преступниками, а дома за вещами. Нечего мои вещи перекладывать. Сынок, может, сидя покушаешь? Нет, мама, я опоздал на работу. Где мои часы? Никто меня не разбудит, не скажет, что человек на работу опаздывает. Ты вечером с дежурства поздно пришел. У меня рука не поднялась тебя будить. И что, я теперь виновата? Нет, я столько лет жена полицейского и знаю, что после дежурства следующий день у тебя выходной. Ты все знаешь, молодец, все знаешь. Но ты не знаешь, что я работаю по выходным, чтобы вас прокормить. Не знаешь. Но все, сынок, это какое-то недоразумение. Не обижайте друг друга. Садись, покушай. Чего смотрите? Кушайте. Я же говорил тебе не звонить на этот номер. Твой частный телефон был отключен, господин. У него села батарейка. А в чем дело? Ни в чем. Ты не заплатил за свой долг. К тому же долг вырос вдвое. Сейчас приходи туда, где обычно встречаемся, поговорим по-человечески. И телефон зарядишь заодно. Мне нужно идти на работу, я вечером только смогу. Нет, не вечером, приходи немедленно, сейчас. Слушай меня. Я тебе ничего не говорю, потому что мы почти родственники. Каждый должен знать свое место и время, понятно? Если говорю вечером, значит вечером, понял? Мерзавец такой свалился мне на голову. И что происходит, Умер? Ты, кажется, поговорила с дядей Таяром. Из-за твоих слов у человека давление поднялось. Ему пришлось оставить гостей и уйти. Скажи, ради бога, чем ты думал? Успокойся, пожалуйста. Не могу успокоиться, потому что ты перешел все границы. Или сядь, пожалуйста. Понимаю, что горит наш план, но я не хотел, чтобы ты столкнулась с такой правдой.
Я говорил тебе с самого начала, убийца себе или твоего отца и семьи. Не вздумай, комиссар, не вздумай, ни слова больше не произноси. Хорошо, Эли. Как хочешь. Дядя Таяр ни на день не оставлял нас после того, как мы потеряли отца. Он вместе с нами страдал, когда ушла мать. Он как отец заботился о нас, помогал нам. Не будь его, мы бы разорились. Может, нам бы пришлось продать дом. А Нилюфер сбежала бы с Метином. А если бы Аслы была в другой больнице, то могла бы выкинуться из окна. А ты называешь этого человека убийцей Танера. Ты клеишь ярлык убийцы на самого милого и доброго человека, которого я знаю. Ты не сделаешь этого, Умер, я не позволю. Мерт, оставь меня в покое, я только встала. Госпожа Нилюфер, господин Мерт ушел, а я принесла ваш кофе. Оставляю у двери. Красавица, я должен тебя увидеть. Позвони мне. Неужели он убил Танера из-за ревности? Умер, ради бога, это же не каменный век. Элиф, я дошел до этого открытия, исследуя происшествие. Значит, ты пошел неправильным путем, комиссар. Значит, и ты можешь ошибаться. Я в этом вопросе не ошибаюсь, я уверен. А я уверена в дяде Таяре. Элиф, послушай. В этой жизни все зависит от людей. Неизвестно, кто когда что сделает. Жизнь научила меня этому. Почему, комиссар? Почему ты такой жестокий? Почему для тебя так легко обвинять людей? А ты, если заметила, постоянно обвиняешь меня. Одно дело назвать человека жестоким, а другое – убийцей. Хорошо. Возможно, я жестокий. Я такой, потому что профессия такая. И я не отзывчивый, и на всех смотрящий с подозрением. Но ты успокойся немного, ради бога. Отбрось дружеские чувства, которые вас связывают с господином Таяром. Подумай о моих словах, ты ничего не потеряешь. Не о чем думать. Элиф. Послушай, мы вместе с тобой прошли этот путь. Кого нам только не подсовывали под видом убийцы себе или твоего отца. Даже Танера. С самого начала мы оба знали, что Танер не убийца. Разве я не прав? Нет, но я уверен, что Таяр заказал Танера так же, как был уверен в невинности Танера. Этот тип не такой, как кажется. Я с детства знаю человека, которого ты называешь убийцей. Хорошо, Элиф. Ты тоже права. Элиф, вот посмотри, возможно, мои слова кажутся тебе полным бредом, но если ты доверяешь мне и знаешь, что я думаю только о твоем благе, делай, что я говорю. Забери Нилюфер из этого дома. И Аслы из больницы. Доверься мне. Алло.
Комиссар, Алиамир хочет вас немедленно видеть. Хорошо, через полчаса буду. Ты куда уходишь? Мы еще не договорили. Подумай над моими словами, сеньорина. Брат, счет. Пилю. Арда закончил дело? Если закончил, наверное, на столе, брат. А ты что делаешь? Я прибираю свой стол, а потом займусь своими делами. С нетерпением ждем. Я с утра столько раз проходил, стол не прибран. Посмотри на меня. Что с тобой? Ничего, брат. Доброе утро. Доброе утро. Если хочешь, можем сказать добрый день. Где ты ходишь? Дома был, брат. Дома был, брат. Да погоди ты, дочка, оставь стол в покое. Брат Хюсейн прав. Иди срывайся на том, на кого рассердилась. Что это с вами? Еще вчера все было по-другому. Что случилось? Готовьте дела, а я иду к себе в кабинет. Не нервируйте Алиамира. Алиамир вызвал меня к себе. Я посмотрю, узнаю, чего он хочет. Дело Денизеров. Наверное, связанное с делом Денизеров. Мы же отправили его. Давай, я тоже пойду. Нет, у него со мной проблемы. А какие у него с тобой проблемы? Просто удивительно, что опять происходит? Входи. Вы меня звали? Заходи, комиссар Умер, садись. Где ты был сегодня утром? Ходил на прием фонда Таяра Дюндара. Причина? Были вопросы, которые я должен был обсудить с Таяром Дюндаром. Какие вопросы? Связанные со смертью Танера Акчалы. Сынок, это дело закрыто. Даже пришли показания от прокурора. Нужно написать один отчет и дело с концом. Я так не думаю. Танер не покончил с собой, его убили. Танер покончил с собой, а при чем здесь Таяр Дюндар? Тебе что, больше ни у кого спросить о убийстве Танера? У Танера были любовные отношения с любовницей Таяра Дюндара. После суда Танера Пынар исчезла. Вы знаете, где ее нашли? В море, на катере. Ее бросили умирать. Ну и? То есть? Что то есть? Не делайте так, начальник. Вы очень хорошо поняли, что я хочу сказать. У тебя есть доказательства, Умер? Ты пришел ко мне с доказательствами и взял разрешение? Мы иногда и без этого знаем, кто преступник. Ты обвиняешь без доказательств, господин Умер. Доказательств нет, у начальника разрешения не спросил. Но обвиняешь самого важного бизнесмена страны, да? Уж не знаю, что ты ему наговорил, но позвонил его адвокат и пожаловался на тебя. Послушай, ты знаешь, сколько детей погибших полицейских он выучил? Его каждый год выбирают лучшим филантропом страны. А может, это прикрытие для его преступления? Чего прикрывать? Что прикрывать? Неужели все богатые в этой стране преступники? Не разговаривай так, будто ты их ненавидишь. Омер, ты его нервируешь. Я твой начальник, понятно?
Из-за твоей самодеятельности у нас будут неприятности. Из-за этих неприятностей будет жаль такого хорошего полицейского, как ты. Вы правы, начальник. Действительно правы. В следующий раз я приду к вам с доказательствами и свидетелями. Вы первый поздравите меня, когда я посажу Таяра Дюндара за решетку. Я очень хорошо знаю, что вы хороший полицейский, привязанный к нашему участку. Я видел начальников, которые пренебрегали своей работой ради каких-то копеек и ввязывались в грязные дела. Но вы не такой. Вы очень хороший полицейский начальник. Если вам больше нечего сказать, я могу идти к себе. Иди. В чем дело? Так долго тебе что попало? Зачем он позвал тебя? Позвольте, я сяду за стол. Я расскажу. Зачем меня зовет Алиамир? Кто из вас что натворил? Братишка? Черт тебя побери. Не переживай, брат. Сейчас брат Хюсейн пойдет и все уладит. Улаживать нечего, брат. Будьте спокойны. Войди. Вы меня звали, начальник? В чем дело? Твой брат Хюсейн, твой брат. Он палкой ворошил пчелиный улей. Напал на след нашего. Если он пойдет дальше, все рассыплется. Потом будешь только наблюдать. Займись братом, Хюсейн. Не отходи от него. Мы должны знать о каждом его шаге. Брат, мы же нормально расследовали. Ты зачем пошел и поднял кипиш без каких-либо доказательств? Так надо было, брат. Соберитесь, мы выходим. Брат, если это по поводу Али на улице умер... Все налаживается, госпожа Элиф. Госпожа Аслы уже лучше. Мы начали уменьшать дозу лекарств. Теперь мы не усыпляем ее успокоительным. Очень хорошо. Вчера вечером и сегодня утром они гуляли в саду с медсестрой. Она даже поднялась в детское отделение и поговорила с детьми. Господин доктор, это самая лучшая новость за последнее время. Большое спасибо. Мы тоже счастливы, потому что ваша сестра пошла на поправку. Она тоже старается. Хорошо. А Аслы знает, что она потеряла ребенка? Вы откуда об этом знаете? Это держалось в тайне. Каким-то образом узнала. А что, не нужно было? Господин доктор, а кто сказал, что эта информация должна остаться в тайне? Ваша покойная мать, госпожа Зерин.
Если нам придется выслушивать нотации, брат, я не буду сидеть, у меня много дел. Да сядь ты, ради бога, сядь. О, Аллах. Вот твоя проблема, братишка. Ты решаешь, не выслушав, не поняв. Ты и ребенком был таким. Говорил, что знаешь математику, а потом не мог решить даже то, что знаешь лучше всего. Братишка, не надо торопиться, успокойся. Нужно выслушать. Вот именно, брат. Выслушаем и все поймем. Брат, ты что хотел сказать? Давай, говори быстрее, пожалуйста. Мне тут не нравится. А что такое, дочка, здесь вкусно пахнет шашлыком? О, Аллах, брат, хватит же о шашлыке. Давай, рассказывай уже. Хорошо. Дело вот в чем. Я обдумал ваши слова по поводу Таяра. Пересмотрел все, что мы пережили. Хорошо. Возможно, раньше я поддерживал другую версию. Но ты прав, Умер. Таяр может быть преступником. Таяр Дюндар мог убить Танера. Теперь я буду рядом с тобой, братишка. А ты не будешь считать меня чужим. Хорошо? Что нужно сделать? Что делается? Куда нужно сходить? Все будем делать вместе. Договорились? Ты серьезно, брат? Серьезно, конечно. Но скажу с самого начала, чтобы слушал и понимал брата. Хорошо, хорошо. И вы тоже слушайте. Если будет хоть малейшая проблема, я этого шакала сразу приберу к рукам, понятно? Что ты заказал? Я заказал лахмаджон. Тебе не горький. Приветствую тебя, дядя. Приветствую, приветствую. Где ты был вчера ночью? Я немного выпил, но сейчас я в порядке. Где в порядке? Где? Ты посмотри на себя. Где ты живешь? Где ты спишь? Ты ни разу не сходил в дом, который я снял. Я ходил один раз, но мне совсем не понравилось. Там нет теплого гнезда, ты совсем не понимаешь мой стиль. Я тебе покажу все части. Плевать мне на твой стиль, у меня нет времени следить за тобой между работой. Чего смотришь? Чего ты смотришь? А может, ты крутишь дела за моей спиной? Забыл свое место? Какая у тебя цель? Какие проблемы? И скажи, чтобы я знал и сделал то, что полагается. Потише, дядя. Какие у меня могут быть проблемы? У меня нет времени ходить домой, я занят. Я был в галерее. К тому же я не думаю, что ты так разозлился на то, что я не прихожу домой. Тебя что-то рассердило. Рассердило. Очень рассердило. Абдулла, ты что, решил сэкономить на перце? Этот Али очень разозлился, очень. Он ни о чем не должен знать. Пелео, подай соль. Держи. Спасибо. Брат, я бросил камень в колодец. Не хочу, чтобы и вам досталось, если я сгорю. Мы вместе вытащим этот камень, Умер. Все не так, Пелин. Это могущественный человек. У него уважаемый имидж. Когда говоришь Таяр Дюндар, все вытягиваются по струнке. Не от страха, а от любви и уважения. Ты не переживай. Не переживай. Именно так, брат. Ну что? Какой план? План такой, брат. Я буду следить за Таяром Дюндаром. Куда уходит, что делает. Посмотрим, действительно ли он чистый бизнесмен, каким пытается казаться. Если позволишь, я буду следить. Я лучше тебя в этом деле. Уж согласись. Ну что ты, брат?
Ты в любом деле лучше нас, но я предложил, чтобы ты не утомлялся. А почему я должен уставать? Вы совсем меня стариком сделали. Да я сделаю больше, чем ты в 4 раза. Брат, мы с Умером уже немного поработали. Смотри, он из Аданы, сын зажиточного семейства. У него был брат, и он умер. Умерли жена, отец и мать. У него остался один сын, который учится на менеджера в Голландии и вернулся, не закончив. Человек интересуется медициной, у него больницы есть. До этого места все нормально, но есть одно «но». Отец Таяра – один из бывших главарей в Адане. Его звали Юсуф. После смерти отца все дела перешли к нему. Он переехал в Стамбул в 80-х. Потом у него не было связи с Аданой. Я был сыном главаря рыбаков Юсуфа, а теперь стал повелителем Стамбула. До сегодняшнего дня мои дела шли как по маслу. Я никогда не был в проигрыше. Всегда умел поставить все камни в нужные места. В первый раз меня бьют в спину. Этот нож ты, Метин. Этот нож ты. Твоя безответственность, твои промахи, твоя нечувствительность. Ты знаешь, почему я тебя не убиваю? Знаешь, почему не убиваю? Не знаю, почему ты меня не убьешь. Замолчи. Я ему не отец. Таяр, ну что будет, если ты о нем позаботишься? Разве я тебе не говорил, что никто не должен знать? Дети над ним смеются. Говорил или нет? Если познакомишься, ты его полюбишь. Он очень хороший мальчик, говорил или нет? Таяр, пожалуйста, не надо. Что случилось? Ты сбежал с уроков? Нет, отпустили пораньше. Ну хорошо, хорошо. Раз ты не можешь держать язык за зубами, я тебе помогу. Этот язык может опозорить человека или сделать его визирем. Он будет думать, что я его дядя. Дядя. Больше всего в жизни я ненавижу слабость, Фатих. Ты моя слабость. Как жаль, что у нас есть кровная связь. Эта кровная связь иногда связывает меня по рукам и ногам. Не выкинешь и не вырвешь. Разве не так, Фатих? Наверное, так, раз ты так говоришь. Да. Так, конечно. И ты всегда надеешься на эту связь и ничего не делаешь. Ты всегда на нее надеялся. Но все до определенного момента. В конце концов, ты можешь быть моей кровью, но ты не моя душа. Ты сын моего брата и всего лишь. Дядя — это почти отец. Конечно, я для тебя не мертв, но ты должен и меня пожалеть. Я тебе сделаю хуже, чем смерть. Проснешься утром и увидишь себя в неизвестной стране. Или вернешься с матерью в Адану. Ты живой, а мать в гробу. Войди. Господин Таяр, пришла госпожа Эли, вас спрашивает, что сказать, пусть подождет, сейчас приду. В следующий раз не приходи, пока не позову. Забудь, что знаешь меня. Даже самым близким не будешь называть моего имени. Мои телефоны могут прослушиваться, за мной могут следить. Забудь, что знаешь меня, пока не получишь весть. Я очень устала, Умер. Пусть эта операция быстрее закончится, и никто не пострадает. Я хочу избавиться от этого мерзавца Метина. Не волнуйся. Если мы не проколемся, никто не узнает. Договорились? Ну давай. Да, конечно. Это раз Элиф пришла, значит, мы откладываем поездку в Рим, да?
Послушай, я не буду звонить, пока ты не позвонишь. Забуду, что с тобой знаком. Но я подготовил поездку в Рим. Ты же сказал, что люди ждут. Давай не будем откладывать, я улажу это дело. Человек ждет деньги 10 дней уже прошло. Из-за твоего неопытного курьера ничего не получилось. Без Элиф тоже не получится, она должна подписать бумаги. Сейчас ты это испортишь. За мной начнешь следить Умер, дашь ему козырь в руки. Ты меня уже совсем похоронил, дядя. Я всему, что знаю, научился у тебя. В моих венах течет твоя кровь. До сегодняшнего дня никто не мог поймать меня, и тебя тоже. Даже Умер не смог. До сегодняшнего дня нас никто не поймал и не поймает. Я начал это дело, и я закончу. Хорошо. Ты все приготовь и жди от меня вестей. Я немного подумаю. Ну как ты? Не очень хорошо, Элиф. Но буду лучше. У меня нет другого выхода. Я рядом, ослы. Мы рядом. Мы все вместе исцелим наши раны. Преодолеем все вместе. Но хорошо, Элик. Я здесь ничего поделать не могу. Кто знает, какие сложные дни вы с Нилюфер переживаете. Вообще-то я сестра, но от меня никакого толка. Теперь мы будем все вместе. Я приехала забрать тебя домой. Элиф, ты серьезно? Дядя Тайяр, добро пожаловать, красавица, я в своем кабинете. Давай, ты готовься. Мы спасемся, мой малыш, спасемся. Дочка, послушай, у всего есть свой путь, свои правила, своя техника. Ты не можешь просто так забрать осла из больницы. Сначала мы должны спросить мнение комиссии. Дядя Тайяр, я не думаю, что ослы хорошо в этом месте. Мы должны быть вместе. Я беру на себя всю ответственность. Завтра заберу и Нилюфер. Я благодарю тебя за гостеприимство, ты мне очень помог. Но я хочу, чтобы мы вместе были у себя дома. Все это из-за бредни Умера, правильно? Я понял, дочка. Как горько, ведь мы с твоим отцом были друзьями. Я никогда не обижал ни твоего отца, ни вашу семью. А если и обидел, то не хотя. Но ты своим отношением раздавила меня. Ты не веришь мне, человеку, на руках которого выросла. Идешь и веришь этому Умеру, которого 3 дня знаешь и который тебя обидел. Я очень расстроился, Элиф, очень. Дядя Тайяр, я переживаю сложные дни своей жизни. Я, наверное, была бы неблагодарна, если бы не видела твоей помощи. В таком случае, почему ты так ведешь себя? Я нормально отношусь к тебе, просто в голове все перепуталось. Расскажи, чтобы я тоже знал, что же тебя запутало. Ты же говорил мне о видеозаписях, которые украли. Да. Я видела некоторые из них. Что ты говоришь, дочка? Как это возможно? Как они попали к тебе? Кто дал? Неважно, кто дал. Важно, что на том видео, и то, что я узнала об этом. Мама сделала ослы аборт. Это я тоже узнала. Я не знала, что ослы была беременна. К тому же, мама не поскользнулась.
Они поругались со Слы. Остальное непонятно. Элиф, дочка, столько всего, что я не понимаю и о чем думаю, дядя Таяр. Но я знаю одно, что без твоего разрешения никто ослы не выпустит. И без твоего разрешения никто не скажет, что смерть моей матери была несчастным случаем. Разве я ошибаюсь? Это ты все организовал, да? Брат, я бы заплатил. Я твой начальник. Я должен поговорить с человеком по имени Халиль, который сидел в одной камере вместе с Танером. Я улажу это дело, поговорю с начальником тюрьмы. Еще и журналиста позовем, чтобы разговаривал парни. Ты просто супер, брат. А я расспрошу на улице, кто такой Халиль. И я с тобой пойду. Не надо, я сама. В таком случае, это ты пойдем со мной. Было дело о избиении, мы узнаем, кто и зачем избил Танера. Было бы намного проще, если бы Пинар заговорила. Если бы хотела, то заговорила, Пилю. Умер. Пинар может знать владельца алмазов, как и Танер. Разве он не предлагал сдать тебе владельца алмазов, если ты его спасешь? В конце концов, они любовники. Вы думаете, что это все одно дело, да? Дойдет ли оно до Ахмеда и Сибель? Пока мы не нашли связь, брат. Но, возможно, найдем. Бог в помощь. Пошли давай, давайте. Увидимся, начальник. Увидимся, брат. Моя красавица, дочка, я только хотел защитить ослы. Ее жизнь перевернулась бы с ног на голову, узная на правду, поверь мне. Ты сама знаешь, в каком она состоянии. Она пыталась покончить с собой. В тот момент я подумал, что делаю все правильно. Отец был по горло в преступлениях, был банкротом, но все равно нам ничего не сказал. Он вел себя так, как будто все в порядке. Может, он думал, что все пройдет. А может, поступил так для нашего блага. Я никому из вас ничего не сказала, когда похитили Нилюфер. Я пыталась разобраться сама. Я тоже так поступила для общего блага. У меня было много таких ошибок. Я за все тяжко заплатила. И до сих пор плачу. Но я перестала совершать такие ошибки. По-моему, и ты должен перестать, дядя Таяр. Если речь идет обо мне или моей семье, пожалуйста, ничего не скрывай. Мне очень жаль, Лев, правда. Человек может совершать ошибки, чтобы не огорчать любимых. Я научился этому только сейчас. Я благодарна тебе за все. Но сегодня я увезу ослы. А завтра приеду и заберу Нилюфер. Хорошо? Большое спасибо. Элиф. Я дам вам медсестру, чтобы присматривала за ослы, хорошо? Не нужно. Теперь я буду заниматься ослы. Ты все равно не отказывайся от ее врача, хорошо? В самое ближайшее время мы должны рассказать правду. Дядя Таяр, теперь я сама буду разбираться со всеми нашими проблемами. Большое спасибо.
Ты поживешь в моей комнате, да? Вещи принесет дядя Музафер. Они с Кюли и все расставят. Нет, Элиф. Но ведь это была твоя комнатка, пока ты не поступила в университет. Да, так. Но я буду жить в маминой комнате, Элиф. Я так скучаю по ней, что мне кажется, она будет рядом, если я буду жить в ее комнате. Ты уверен, Аслы? Мы к комнате не прикасались, она такая же, как ее оставила мама. Это еще лучше. Хорошо. Как пожелаешь. Спасибо. Она ведь никогда не меняла духи, да? У нее постоянно были вещи, которые она любила. Какие они красивые. Невинные, молодые, полные надежд. Замечаешь, как ты похожа на маму? Лучше бы я была похожа на нее характером. Если бы я могла любить всех, как она. Но знаешь, ты похожа на нее. Ты добрая, полная любви. Ты тоже такая. Врушка. Я не вру. Иди ко мне. Я очень хочу спать. И так всегда, Элиф. Это вполне нормально. У тебя были сложные дни, ты принимала лекарства. Наверное, поэтому хочешь спать. Ты знаешь, почему мне хочется спать, Элиф? Я беременна. Даже так? Жизнь забрала у меня маму и любимого. Но дала маленького малыша, Элиф. Он мне подарок от Аллаха. Я живу ради ребенка. Я бы не выдержала, не будь его. Пожалуйста, не говори так. Я преодолею все ради ребенка, Элиф. Все. Добро пожаловать, госпожа Бахар. Простите, на кухне кекс подгорит. Беги. Тантишка, привет. Что с тобой? Все так запутанно. Хорошо, не пугай меня. Идем, расскажи все с самого начала. Слушай, алло, Элиф. Я тебя побеспокоила, нет-нет. Элиф, мне дома очень плохо, может, встретимся где-нибудь, если у тебя есть время. Пелин, я бы очень хотела, но сегодня Аслы выписалась из больницы, мне очень сложно выйти из дома. Хорошо, поправляйтесь. Увидимся в другое время. Целую. Пелин, ты плачешь? Нет, ничего. Нет, ничего, правда, Элиф, ничего важного, не обращай внимания, нет. Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать, скажи, куда мне подъехать.
Есть рыбный ресторанчик в Калымыдже. Подойдет? Давай там встретимся. Хорошо, я приеду. Спасибо, Элиф. Не за что. Девушка разбита, я не смогла отказать. Хорошо. Я здесь, и Хюлия здесь, мы присмотрим за Аслой. Хорошо, она сейчас спит, выпила лекарство. Если она проснется и будет в депрессивном состоянии, дай ей лекарство, растворив их в яблочном соке. Лекарство на кухне, в задвижке. Хорошо, ты не переживай, если что-то случится, я тебе позвоню. О, Аллах. Пелин очень сильная девушка, мне интересно, почему она плачет. Они никогда не оставляли меня одну. Хорошо, хорошо, ты беги, доверься мне. Я не буду спать, поговорим, когда ты вернешься, хорошо? Хорошо, до встречи. Братишка, Таяр вышел из больницы, я за ним слежу. Хорошо, брат, я приеду и приму у тебя дежурство. Бог в помощь. Брат, прости, я опоздал. Хватит уже извиняться. Что это за ругань с утра? Лучше расскажи, что у вас произошло. Брат, я все испортил, все испоганил. Что ты опять натворил? Давай прямо к делу. Я поцеловал Пелю, а она дала мне пощечину. Так устраивает? Вот это да. А чего ты смеешься? Как тебе не стыдно? Хватит уже. Хорошо, брат. Я у тебя вот что спрошу. Неужели ты не знаешь, что к Пелю нельзя так подходить? Хорошо, что она только пощечину дала, а не палкой стукнула. Тебе, конечно, хорошо говорить, но поставь себя на мое место. Я потерял лучшего друга и платоническую любовь. Что же я натворил, Умер? Я полная скотина, Нилюфер. За каждую твою слезинку я готов отдать душу. Я ни за что себя не прощу. Пожалуйста, любимая, скажи, что не забыла меня. Братишка, только знающий может посоветовать. Я последний человек, у которого можно спрашивать совета. Ты что, не видишь мое положение? Вижу, брат. Любимая девушка рядом, а ты смотришь как идиот. Только все наладилось, и опять вернулись в прошлые неудачные дни. Отмазываешься, что девушка тебе солгала. Говорю тебе, девушка потерпевшая, но твое упрямство не сломать. Открой глаза, Умер, открой. Никто столько не выдержит и не будет ждать тебя столько времени. Уже даже камень бы треснул. Девушка еще настоящая, хорошо терпит. Жалко ее тоже. Брат, я кому говорю, стенки, что ли? Это ты позвал? Кого? Опа, куда это она, брат? Она уходит. Ты сказал, что мы здесь. Какая разница? Иди останови ее, сделай что-нибудь. Элиф, прости, были пробки, я только доехала. Я думала, мы пришли сюда поговорить наедине. Да так и есть, а что случилось? Пелин, Тамарда с Умером. Теперь, когда соберетесь обсуждать личные дела, не давай адрес ресторана, в который ходила с друзьями Пелева. Видишь, что происходит? Хорошо, не проблема, мы пойдем в другое место, да, Элиф? Прекрасно. Нет. Не сбегаем, дамы. Не надо раздельно. Все вместе идем в ресторан. А ты, Пелин, разрешишь свою проблему с Ордой. Умер, я сейчас не в таком настроении. А в чем проблема?
С твоего разрешения. Ты же все равно хотел рассказать при встрече. Арда уже давно любит Пелю. И сегодня в порыве страсти поцеловал ее. Пелю залепила ему пощечину. Вот такая ситуация. Давайте. Ух ты, ух ты! Ты такой быстрый, господин Хюсейн. С тобой очень приятно ездить, прям как в гангстерских фильмах. Ты добавил адреналин в мою жизнь. Да твоя жизнь сплошной аттракцион, Тайяр. Я для этого тебе не нужен. Ладно, это в последний раз. Больше к тебе не подойду, так и знай. Что говорят? Говорят, лучше съесть большой кусок, чем сказать большие слова. Ты понимаешь опасность, которая нависла над тобой? Омер уже не отстанет от тебя, он даже убедил своих друзей, они начали ковырять дело. А ты что должен делать? Следить за всем и сообщать тебе. В таком случае мне повезло. Старые друзья не бывают врагами. Ей-богу, мои действия ограничены, и после определенного момента я ничего не смогу сделать. Ты не расслабляйся, будь осторожен. Против тебя трое лучших полицейских Стамбульского региона. Не забудь. Не три, а четыре, господин Хюсейн. Четыре. Ты тоже полицейский. Как странно улыбаться и быть в плохой ситуации, да, Тайяр Дзюндар? Ты прав. Нужно быть внимательнее. Посмотрим. Ну, товарищи, может, сделаем заказ? Здесь очень вкусная рыба. Нет, у меня пропал аппетит. Я сижу ради вас и скоро пойду. Я очень нервничаю. Хватит уже, Пелин, я тоже здесь. Одну минутку, брат. Ты с утра меня не замечаешь, ведешь себя странно. Хорошо, ты сорвала злость, влепила мне пощечину, а теперь почему ты так ведешь себя? Что ты такое говоришь? Как себя веду? Я поняла, что вся наша дружба была ложью, разве этого мало? О, Аллах! Я тебе что? Не надо. Одну минутку, брат, я тебе что? Ножом ударил спину или подлянку устроил? Может, семье гадость сделал? Я просто влюбился, ясно? Может, за любовь полагается наказание? Полагается, брат, полагается. Если в этом мире ты путаешь цель, то получишь наказание. Я ни капли не сожалею. Я отвечаю за свой поступок. Но, видимо, у тебя другая проблема, раз ты так разозлилась. Да, другая. Значит, Чейдем была права, Арда. Да при чем тут моя бывшая жена, а? Арда, во-первых, дело еще продолжается. Она до сих пор твоя жена. Во-вторых, когда она ко мне пришла, я сказала, что мы друзья, между нами ничего нет. Я много дней плакал, разве ты не знаешь? Значит, важно, что чувствует Чидем, а не я, да? Ты посмотри, брат, девушка, в которую я влюбился, переживает за мою бывшую жену больше, чем за меня. Нет, я больше этот бред не выдержу. Элиф, прости. Пелин. Вот видишь, брат, вот тебе и пейзаж, вот тебе и пейзаж. И что я еще могу сделать? Простите, я тоже пойду. Кошмар какой-то. Простите. Ладно, ладно, я заплачу. Отвезти тебя? Нет, брат, спасибо. Лучше будет, если я побуду один. Увидимся. Не очень хорошо выглядит, когда смотришь со стороны. Тебе знакомо, да?
Давай, давай, я жду. Ты должна принять эстафету Пелю. Теперь твоя очередь. Можешь бить в девятку. Я сижу и жду. Ты, видимо, тоже любишь ругаться, да? Я не люблю ругаться. О, Аллах. Неужели я до сегодняшнего дня общался с другой Элиф? Сеньорина, это платье тебе не идет. Кричи, ругайся, чтобы я знал, с кем танцую. Комиссар, ты же сказал, что знакомая ситуация, но мы совсем не похожи на Арду и Пели. Нам не о чем говорить. Тебе спокойной ночи. Госпожа, такси надо? Доброе утро. Доброе утро. Я, кажется, тебя разбудила. Нет, что-то случилось. Нет, я пришла повидаться с тобой. Но ты же не будешь стоять на пороге. Проходи. Я должен встретиться с Халилем Капланом. Начальник знает. Прошу, господин, я проведу вас. Как ты? Неплохо. У меня очень хорошая новость. Аслы выписалась, она дома. Давай, пошли. Может, я не пойду? Нилюфер, я же говорю, Аслы пришла. Ты что, не слышишь? Разве не ты говорила, что хочешь быть дома? Это место для меня более надежное, Элиф. Что случилось? Что-то случилось. Дорогая, не надо, пожалуйста, я же твоя сестра, чтобы между нами не произошло, даже если мы не понимаем друг друга, я от тебя не откажусь, хорошо? Не делай так. Не отдаляйся от меня. Пожалуйста, Элиф. Нилюфер, я же вижу, у тебя душа болит. Я не могу больше видеть тебя такой. Я готова отдать жизнь за твою слезинку. Давай, расскажи мне, что случилось. Ничего. Нилюфер. Я очень скучаю по тебе. Позволь мне наладить все как раньше. Я теперь не прежняя, Нилюфер. К тому же, я не могу вернуться назад. Что бы ты ни сделала, ты моя маленькая сестренка. Видимо, ты сейчас не расскажешь. Давай, пойдем домой. Я не могу, Элиф. Ты иди сейчас, я потом приду. Хорошо. Это со мной с тех пор, как ушла наша мама. Пусть теперь будет у тебя. Тебе нужнее.
Почему тебя перевели в камеру Тонера? Откуда я знаю? Меня перевели и все. Идите спросите у начальника тюрьмы. Я не знаю, комиссар. Хорошо, а чем ты занимался перед тем, как попасть в тюрьму? Я занимался строительством, комиссар, на стройке работал. А кто сейчас смотрит твою семью? Дети рядом с женой? У нас были сбережения, вот и живут. Перед тем, как Тонер покончил с собой, он ходил на свидание. Как он вел себя? Ей-богу, комиссар, он был как призрак. Наверное, задумал уже давно. Ты знаешь этого человека? Нет, комиссар, не узнал. Вот врун. Это один из самых известных людей страны. Каждый день его фото в газетах. Неужели не знаешь? Я не читаю газет, комиссар. Хорошо. Последний вопрос. Ты слышал, чтобы Тонер Акчалы упоминал о Таяре Дюндаре? Не слышал, комиссар. Вы сказали последний вопрос. Сядь, я еще не закончил. Что с Пинар, папа? Она совсем не выходит из комнаты. С ней то же самое, что и с Нилюфер. Как это? Они обе женщины, сынок, обе женщины. Вот и вся их проблема. Да, конечно. Извини, папа. Где Нилюфер? Собирается? Нет. Она захотела побыть здесь еще немного, я ничего не стала ей говорить. Хорошо, девушка права. Ей никто мозги не пудрит, в конце концов. Она не забывает, что я дядя Таяр, который любит вас и растит. И я не забываю, дядя Таяр. Иначе не позволила бы Нилюфер остаться. Конечно, конечно. Элиф, садись. Нет, я пойду, у меня дела. Вам приятного аппетита. До свидания, дочка. Увидимся. Он рвет простыню, делает себе веревку, вешается... И спускает дух, а ты сладко спишь в кровати и ничего не слышишь, да? Не слышал, комиссар. Если бы слышал, остановил бы его. Хватит уже. Ты попал сюда по мелкому преступлению. Выйдешь по амнистии. Странно. За день до происшествия ты устроил в своей тюрьме драку, и тебя перевели сюда. Еще большее совпадение, тебя перевели в камеру Тонера. Вот это судьба, человек повесился. Ей-богу, не знаю, комиссар. Хватит врать. Ты плохо играешь. С самого начала я вижу, что ты лжешь. Либо ты убил Тонера, либо помог его убить. Говори, чей ты человек, кто тебя нанял? Комиссар, ей-богу, я ничего не знаю. С чего вы взяли? Послушай, знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Признал бы свою вину, отошел бы от этого дела с минимальными потерями. Иначе я докажу, что ты убил Тонера, а я докажу, тогда ты попал. Сколько тебе лет дадут? Думай сам. Комиссар, ей-богу, я ничего не делал. Когда я проснулся, он уже повесился. Это все. Черт побери, день, когда я вошел в эту камеру. Охранник. Каждый день делаешь, делаешь, и все равно не нравится.
Алло? Алло? Элиф, дочка, как ты? Надеюсь, не беспокою тебя. Ну что, выслушаю вас. Как ты, доченька? Мы со свадьбы тебя не видели и не слышали. Переживаю, дочка. Решила спросить, как ты. Может, тебе что-то надо? Нет, большое спасибо. Хорошо. Вообще-то я позвонила тебе, потому что у Омера 5 дней назад был день рождения. Мы, конечно, не смогли отпраздновать. Я подумала, что ты можешь прийти к нам на ужин, и мы все вместе отпразднуем, поедим торт. Вот тебе и причина увидеться, поговорить, и что скажешь. Вообще-то, моя сестра очень давно не была дома, только вернулась, поэтому я хотела побыть с ней сегодня. Ее бери, доченька, мы будем очень рады. У меня и дома дела были. Я и Омеру сказала, он очень обрадовался и хотел, чтобы ты пришла. Это Омер сказал? Да, конечно, Омер сказал. Давай, дочка, мы же не чужие. Бери сестру и приходи, хорошо? Хорошо, я спрошу у сестры, мы постараемся прийти. Хорошо, спасибо, дочка, увидимся вечером. Всего хорошего. Мама, какая же ты, оказывается, хитрая. Когда мы справляли день рождения у Мира? Что поделать, в этот раз справим, что в этом такого? Значит, ты говоришь, что помиришь их, сделаешь семью. Я тебя полностью поддерживаю, мама, только не вздумай проболтаться. Я в таком возрасте соврала, если у Мира узнает, то разозлится. Хорошо, мама, ты не переживай. Беру грех на себя. Главное, чтобы были счастливы. Давай приниматься за работу, давай. Не успеем и глазом моргнуть, как вечер наступит. Хорошо, хорошо. Бог в помощь. Бог в помощь, брат. Что такое, брат? Что-нибудь узнал? Брат, этот человек не заговорит. Нужно найти жену. Что-нибудь будет, брат. Обязательно узнаем. Или у семьи, или у друзей. Узнаем, узнаем. Невозможно, чтобы он сделал это один. Ему кто-то помогал. Наверное, Танер попросил о помощи, а он помешал. Не знаю, скорее всего, кто-то из тюрьмы... Думаешь, кто-то из охранников? Может быть, брат. Нужно проверить их личные дела, может, есть какие-то промахи, может, неоплаченные кредиты. Хорошо, а сейчас куда? Куда? Узнавать о прошлом Халиля Каплана. Ну и Ромео, как ты сегодня утром? До сих пор болит? Раздавлен, брат. Чувствую себя так, как должен чувствовать отвергнутый человек. Все, ты получил, что хотел? Я осталась совсем одна, все перепуталось. Любовь и ненависть, правда и ложь, хорошее и плохое. Теперь я одна. У меня нет ни мамы, папы, ни дома. Теперь ты счастлив? Я твоя семья, я твой дом. Нилюфер, ты не одна. Я есть. Я не одна. Поэтому плачу одна в чужой комнате для гостей, да? Привет, что делаешь? Ты читаешь книгу? Что за книга? Мевляна и Шемс. О, Аллах, я готовлю подарок. Большое спасибо, Хюлия. И что ты будешь делать с этим? Я напишу стих, который выбрала на этот картон, и помещу в рамку. Что за бред, Элиф? Давай отдадим кому-нибудь, пусть вставит. В таком случае смысл в подарке не останется, ослы.
Ты помнишь, папа дарил нам подарки в шкатулках, которые красил сам? Да. Конфеты, цепочки, загадки, все ушло. А шкатулки до сих пор стоят. День рождения у Омера, да? Ну хорошо, хорошо. Тебе повезло, я помогу тебе. Хорошо, ты не одна. Но скажи господину Омеру, что не стоит обижать девушек из семьи Денизер. Ну давай посмотрим. Не балуйся, хорошо? Хорошо. Ну давай посмотрим. Ты выбрала стихотворение? Да, где-то вот там, вот оно. По-моему, малова для этой бумаги. Я же не буду писать стих маленький. Нет, нет, Элиф, так не пойдет. Нужно вырезать. Я его напишу сюда, а сюда узоры нарисую. У меня все в голове, я все собрала. Нет, Элиф, послушай сестру. Это дело не похоже на дизайн. Мы сделаем паспорту. Будет очень красиво. Я очень хорошо делаю паспорту. Послушай, я не покупала рамку для паспорту. Но почему ты постоянно со мной споришь, не даешь работать? Дай мне ножницы, давай начнем. Ты говоришь, не звони мне, забудь, что знаешь, а на следующий день сам звонишь. Что случилось, дядя? Без меня не получается. Ты испытываешь мое терпение, Метин. Ты знаешь, с кем встречался этот пес Омер? Нет, я занимаюсь Элиф. Он встречался с человеком, которому ты заказал Танера. Сейчас ответь мне прямо и не увиливай от ответа. Кто этот человек? Просто человек, дядя. Ты лучше скажи, Омер что-нибудь может узнать, если проведет расследование? Никто ничего не найдет. Я все почистил. Что ты почистил? А может, ты нанял того, кто меня знает? Конечно, он тебя не знает. Но некоторое время... Некоторое время он работал на скорой нашей больнице шофером. Он может держать рот на замке. Я поручал ему и другие дела. На бумагах у нас связи нет. Я все уничтожил. Если бы я поручил дело незнакомцу, тогда бы мы точно попались, дядя. Тетя, ты знаешь этого человека? Знаю, знаю. Доченька, войди в дом. Давай, дорогая, давай. Знаю, знаю, это бизнесмен. Иногда появляется в новостях. Твой муж Халиль знает этого человека? Откуда он может знать? Откуда ему знать? Он не может знать. Он даже к нему дойти не сможет. Тетя, твой муж работает на стройке? Да, верно, работает. Но произошел несчастный случай. Он упал с высоты и начал бояться. Значит, он другими делами занимался. Конечно, работал. А что поделать? Как прокормить 5 человек? Сначала он работал в столовой школы, но там была маленькая зарплата, и он уволился. Потом сказал мне, что работает на повседневных работах. Правда, не сказал, что именно делает. Хорошо, а на что вы живете? У нас были сбережения, тратим их с тех пор, как его посадили. Конечно, и я ищу работу. Я понял, тетя. Хорошо. Если что-то вспомнишь или захочешь рассказать, позвони мне. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего, тетя. Мама, а может, это повесим? Мы что, празднуем 23 февраля? Сегодня дядин день рождения. Не пойдет, унеси. Да, оставь. Ребенок настроился. Пусть повесит на ветке. Не надо, мама. Демет права. Элиф придет, мы опозоримся. Сегодня придет сестра Элиф? Да. Оденься, как полагается. В таком случае я принесу свечи. Украсим все свечами. Заодно и переоденусь. Я пойду посмотрю закуски. Хорошо. Сынок, оставь их. Иди помоги сестре. Дочка, ты приходи. Мама заварит тебе травы, будешь как огурчик. Омер потом влюбится. Нет, брат, дочка. Ну какой без тебя день рождения? Простите меня за этот вечер. Поздравьте от меня Омера и маме Эльван привет. Хорошо, делай как знаешь.
Я не хочу с тобой разговаривать, Фатих. Почему не понимаешь? Не звони мне больше. Я не могу жить, не слыша твоего голоса. Что поделать? Вот и услышал. Не звони мне больше. Нилюфер, погоди одну минутку. Нилюфер, послушай, потом отключишься. Я прошу у тебя последний шанс. Я приготовил для нас сюрприз. Если тебе не понравится, я больше не появлюсь перед тобой, обещаю. Хорошо? Я не могу выйти из дома. А когда я выхожу с Мертом, ты неправильно понимаешь. Выйдешь, когда я захочу и в нужное мне время, хорошо? Держи телефон при себе, пожалуйста. Жди от меня вестей. Тантишка, какая красота, молодец. Ты еще красивее. Ой, нет, какая еще красота, посмотри на меня, мои волосы. Никак не могу заняться собой. А это что? Подарок на день рождения. Будь красив, как роза, но не жестоким, как шип. Скажи так, чтобы подарить жизнь или убить, но никогда не бросай раненым. Шемс. Это Умеру, да? Браво! Ей-богу, браво! Как ты хорошо забываешь его. Как ты хорошо отказываешься. Очевидно, тебе не надоело просить любовь, Элиф. Я не собиралась идти, правда, не собиралась. Но позвонила тетя Эльван, попросила, и я не смогла ей отказать. Я сделала подарок. Да брось, ради бога, Элиф. Очень просто поменять мысли, Бахар. Но невозможно управлять чувствами. Я принимаю решение, что все кончено. Но стоит ему улыбнуться и сказать мне комплимент, я все забываю. У меня разум останавливается, когда начинает биться сердце. Хорошо. Хорошо, не вини себя. Послушай, мне тоже на ум кое-что пришло. Ты им пообещала, и я знаю, что ты выполнишь обещание. Давай я тоже пойду. Посидим немного, а потом сбежим под каким-нибудь предлогом, что скажешь. Если хочешь, мы можем посмотреть дома фильм. Попкорн и все такое. Главное, чтобы ты не расстраивалась. Где же они? Приедут, мама, пробки, наверное. Спасибо, дочка. Дядя приехал. Дочка, беги, неси торт. Подожди, я с тобой. Добрый вечер. Добро пожаловать. Добрый вечер. Добро пожаловать. Спасибо, брат. В чем дело, что празднуем? Сюрприз! С днем рождения! Ну зачем это нужно? Я же не ребенок. Проходи, давай, проходи. Задувай. Подожди, сначала загадай желание, но нам не говори. С днем рождения, мой сыночек. Спасибо, мамочка. Спасибо. С днем рождения, дядя. Дядина любимица. Я тоже хочу поздравить. Да, ты же не отставай. Идем. Долгих счастливых лет, брат. Когда ты успел это купить? Купил как-то. Открой, посмотри, понравится ли тебе. Я думаю, зажигалки тебе уже надоели, это получше будет, будешь пользоваться. Спасибо, брат.
Долгих лет, брат. Аллах. Держи. А это от меня. Ну ты даешь, брат. Открывай, открывай. Ты не выдержишь. Ты и ребенком всегда это просил. Ел после еды, чтобы не заканчивалось. Спасибо, брат. Тебе спасибо, братишка. Ты мой напарник. Я съем после еды, чтобы не закончилось. Нам тоже оставь. Погоди, Хюсейн. Долгих лет умер. Спасибо. Ну вот, скоро придет мамин подарок. Я подарок не покупала, дорогая. Мы с тобой готовили ужин. Но мама, Элиф же придет. Элиф придет. Самый лучший подарок для Умера. Мама, у девушки 1000 проблем. Надо было спросить у меня, можно ли пригласить. Ой, ладно, давайте садиться. Давай, давай, давай. Иди сюда, порежем торт. Арда, ну как у тебя успехи? Ремонт дома не закончился? Закончился, брат, мы все разместили. Получилось просто отлично, брат. По-моему, мы делаем самое правильное. Вопрос закрыт. Что там с Таяром, брат? Мы не смогли поговорить. Да ничего он не делал. Пошел на работу, провел собрание, встретился с чиновниками. Я так понимаю, он – это его люди в официальных органах. Жизнь, отношения, ошибок нет. Как мы и предполагали. Продолжаем слежку. Он обязательно должен проколоться. Якуб же следит. Где ты ходишь? Мы уже подумали, что ты утонул в туалете. Да вот, пришел, брат. Кажется, ты перебрал, дорогой. В голову ударило. Ну что ты, брат, в таком возрасте от двух рюмок не пьянеет. Завтра утром на том же месте, в 11, не опаздывай. Не смотри, Умер. Они не придут. Пеля тоже болеет, жаль. Пусть выздоравливает. Я пойду уже, брат. С вашего позволения. Спокойной ночи. Давай я тебя отвезу. Нет, брат, я сам. Ты уже уходишь, сынок? За все большое спасибо, тетя Эльва. Все было очень вкусно, очень хорошо. Всего хорошего, хорошего вечера. Погоди, так не пойдет. Давай вызовем такси. Брат, я как раз собираюсь дойти до остановки. Заодно и протрезвею. Увидимся. Позвонишь потом. До свидания, сынок. Я позвоню. Будь осторожнее на лестнице. Не волнуйся, брат. Лучше бы я сделала кофе, и он бы пришел в себя. Давай, брат. Давай, дорогой. Ничего не получилось. Интересно, почему Элиф не пришла? Да простит меня Аллах. Я еще и соврала. Сказала, что Умер зовет. Demek
Наверное, она устала, мама. Надоело ей возиться со мной. Спасибо ей. Братишка, что ты там смотришь? Там птиц нет, пусто. Мы столько делали, красили, но я не смог уделить время, брат. Если бы я занимался ими, они бы привыкли и не улетели. Ты тут при чем, брат? Они же птицы, вот и улетели. Наверное, им не понравилось. Ей-богу, они, наверное, сейчас ищут трехэтажную виллу с бассейном. Да нет, брат, они такие же, как мы. Хотят теплое гнездо и еду. Им бы этого хватило. Братишка, прости, не обижайся, но ты говоришь, как покойный дедушка. Время сирот прошло. Теперь надо выдирать и выгрызать. Что поделать, они зарабатывают. Слава Богу, брат, слава Богу, нас время не испортило. Как говорят, когда мало денег, не болит голова. Послушай. Братишка, ты расстроился, потому что Элиф не пришла? Ах, мой братишка. Послушай, мама и Мелике женят тебя, так и знай. Это сложно, брат. А что сложного? А может, она нос задирает? Скажи, мы немедленно примем меры. Лучше тебя никого не найдет. Нет, брат, проблема не в этом. А в чем проблема? Сибель? Ты еще не выкинул ее из сердца? Еще не забыл? Моя злость раздавила мою любовь, брат. В сердце нет места для двоих. У меня другой пожар. Элиф, скажи, мы посватаемся. Это дело не такое простое, брат. Если бы так было. Ту ночь, когда убили Сибели отца Элиф, эта ночь, да, обычная ночь. Забудь уже, сынок. Закрой уже эту тетрадь, закрой. Ты же молодой парень. Нужно жить своей жизнью. Жить. Это невозможно, брат. Невозможно для меня и для Элиф. В ту ночь наши судьбы сошлись и расстались. После этой ночи у меня внутри что-то сломалось. Я узнал, как любимый человек, которого больше всего ценил, бьет ножом в сердце. С Элиф то же самое. Ты не видишь, разве, как она живет? Один камень сошел с места, вся семья перевернулась. Ей не за что схватиться. Между мной и Элиф стоит эта ночь. Для того, чтобы продолжать жить, строить отношения и общаться с Элиф, я должен забыть про эту ночь. И для Элиф то же самое. Поэтому, брат, именно поэтому я не сверну с пути. Кем бы ни был этот человек, убивший Сибели отца Элиф, я с ним поквитаюсь. Эта темная ночь не закончится, пока этот тип не сядет за решетку, брат. Он должен ответить за двоих. За то, что забрал у Элиф и у меня. Это дело закроется. Я его закрою. Вот тогда твой брат будет жить. Понимаешь? Что скажешь, брат? Может, это знак? Мы убьем этого мерзавца? Убьем, мой герой. Брат, пошли, пока Хасан не съел мой шоколад.
Обещаю. Я поделюсь, не буду прятаться, как в детстве. Ладно, пошли давай. Пилё. Пилё. Я знаю, что ты там. У тебя свет горит. Рад тебя видеть, Пилё. Арда, уходи, что за бред? Не пойду. Не пойду, ты меня выслушаешь. Арда, я же не влюбился просто так. Ты дала мне повод. Уйди, Арда. Неправда, что ли? Ты мне много лет давала надежду. Вспомни, с кем ты ходила на выпускной? Со мной. Целый день ты держала меня за руку. Всегда была рядом. Ты даже с Умером не танцевала. Погоди. Кто приехал на мою первую работу в Анкару? Ты приехала. И не один, и не два раза. Ты приехала 7 раз. Ровным счетом 7 раз. Ты готовила мне еду, мыла посуду, убиралась дома. Это все не просто по дружбе. Уйди, Арда. Я из-за тебя женился, Пилё. Тебе назло женился, потому что ты встречалась с этим риэлтором. Идиот. Не беги, Пилё, не уходи. Ты тоже меня любишь. Да, время не подошло. Нас разлучила работа. Но мы никогда не расставались, Пилё. Никогда не расставались. Слушаю, Пилё. Умер. Умер, беги скорее, забери этого сумасшедшего. Что случилось? Какой сумасшедший? Сумасшедший по имени Арда пришел и несет всякую чушь. Вся улица нас слушает. Я опозорен, умер. Хорошо, Пилё, хорошо, иду. Черт побери, Арда. Входи. Ты не спишь? Не сплю, сон пропал. Поэтому я решила посмотреть мебель для малыша. Идем посмотрим вместе. Идем, я тебе покажу. Мне вот это очень понравилось. Мы можем поменять цвет или можем оставить так. Не знаю. Не могу принять решение. Я не могу выбрать цвета. Я покажу тебе то, что мне понравилось. И ты мне поможешь, как тетя. Давай посмотрим. 1, 2. Пилё! Пилё! Выходи, поговорим. Пилё! О, Умер! Пилё, смотри, Умер приехал. Он тоже свидетель. Давай у него спросим, что ты тут делаешь. Разговариваю, брат. Разговариваю. Она не хочет меня выслушать, поэтому я так объясняю. Спроси, Пилё, спроси у Умера, он свидетель. Тише. Ты хочешь опозорить девушку на улице? Опозорить? Полюбить. Ну почему влюбиться позор, брат? Давай пошли домой, брат, давай пошли. Не пойду. Не пойду, брат, не пойду. О, Аллах. Я тебе сейчас по морде дам, Арда.
Бей, брат. И ты бей. И ты бей, и Пелё пусть бьет. Брат, оставь меня в покое. Оставь в покое, пожалуйста. Пусть будет, что будет. Потерял любимую девушку, брат. Скажи я это вовремя, у нас бы сейчас была куча детей. Куча детей была бы, брат. А я что наделал? Смотрел, просто смотрел. Просто смотрел. Брат, я потерял любимую девушку. Я опоздал, брат. Очень опоздал. Ну, пойдем, братишка, пошли, вставай. Вставай, пожалуйста. Очень тебя прошу. Умер? Начальник, извините, что беспокою в такое время, но что ты, проходи. Нет, я не буду заходить. Я кое-что спрошу и уйду. Хорошо. Я тебя слушаю. Начальник,
Ты мой брат. Ты мой учитель. Я никогда не смогу расплатиться с тобой. Ну что ты? Не хочу тебе лгать. Ты же спросил у меня один раз. И я расскажу тебе один раз. Начальник, ты же спросил у меня о Элиф. В тот день я был зол на Элиф. Она меня разочаровала. Я думал, что она не лжет мне, а она лгала. Но это все прошло, начальник. Прошло. И знаете почему? Я полюбил Элиф так, как никого в жизни не любил. Я впервые в жизни отказываюсь от своих принципов ради женщины. Я меняю себя. Умер. Начальник, ты прав. Можешь на меня разозлиться, сказать, что я дал слово. Я держу слово. Пока не закончится операция. Пока мы не посадим их всю шайку в тюрьму, я не подойду к Элиф. Не буду подвергать ее опасности. Начальник, я скажу Элиф, что простил ее. Скажу, иначе опоздаю, начальник. Возможно, жизнь подарила мне последний шанс для счастья. Я не погублю эту любовь, начальник. Я не потеряю Элиф. Элиф, как дела? Мы ждали тебя всей семьей. Больше всего мама. Ладно, ладно, не обижайся. Я тоже ждал. Лучше бы ты ответила. Так сложно, Элиф. Ну ладно, о чем я говорил? Ты не пришла. Спасибо. У нас еще будет много дней рождений, чтобы праздновать. Кстати, сеньорина, я бросаю тебе вызов. Завтрак вместо ужина. Но ты расплатишься, потому что мой день рождения до сих пор продолжается. Давай поговорим, сеньорина. Поговорим. Мы ведь давно не разговаривали. Ну ладно. В таком случае, жду тебя в кафешке на Бейлер-Би. Давай, пока. Элиф, как дела? Мы ждали тебя всей семьей. Больше всего мама. Ладно, ладно, не обижайся. Я тоже ждал. Вот это да, мы засиделись дома. Сходим в школу, пусть старик порадуется. Потом отправимся на прогулку по проливу. Поплаваем на нашей яхте, что скажешь, посмотрим. Мы можем заехать на заправку, Мерт, я хочу в туалет. Хорошо. Добро пожаловать, спасибо. Проходите, садитесь. Спасибо. Может, сначала поставите на стол красивые цветы? Моя гостья художница, хочу, чтобы обрадовалась, глядя на них. Конечно, сейчас сделаем. Видимо, придет очень важный человек, вы так волнуетесь. Именно так. Сейчас все будет. Ты недолго ждал? Я готов ждать тебя всю жизнь. Я еще тебя не простила. Простишь, когда увидишь сюрприз.
В чем дело? Что случилось? Зачем позвал? Хоть поздоровайся сначала. У меня дела, Али. Говори, что хотел. Патрон вызвал нас. У него есть разговор. Куда мы пришли? Это чей дом? Это дом моей матери. Мама? Добро пожаловать, сынок. Спасибо. Смотри, кого я привел к тебе. Проходи. Добро пожаловать. Как ты? Добро пожаловать. Проходите, проходите, будьте как дома. Сынок, она еще прекраснее, чем ты рассказывал. Проходите, проходите, будьте как дома. Мама, ты проверь, все ли на месте, мы скоро поговорим. Хорошо. Я не знаю, что сказать. Я не думала, что ты меня сюда приведешь. Правда, сюрприз. Это не главный сюрприз. Ты сказала, что потеряла семью и дом. Я сказал, что есть я. Но ты до сих пор чувствуешь себя одинокой. Ты права. Но если я есть в твоей жизни, ты не должна сомневаться ни на мгновение. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Говорю, пусть мой дом будет твоим. Моя мама пусть будет твоей. Я хочу подарить тебе свою жизнь. Может, сейчас не смогу дать тебе свою фамилию, но хочу, чтобы ты видела, как я привязан к тебе. Послушай, если захочешь, имам в соседней комнате пусть совершит нам никях. Будь моей женой перед Аллахом. Бусе? Бусе, дочка, слушаю, мама. Дочка, я положила сюда визитку полицейских, которые к нам приходили. Где она? Куда дели? Я не знаю, мама. О, Аллах. А я кое-что вспомнила. Я же обещала им сообщить. Я слежу за каждым шагом Умера. Сейчас можно не волноваться. Давайте не будем так собираться. У нас будут проблемы на ровном месте. Ты так говоришь, но я переживаю, Хюсейн. И из-за себя, и из-за вас. Может, мы чего-то не знаем? Есть, конечно. Человек, которого убил Танер, он работал у меня. Умер может узнать об этом. Немедленно уберите Умера. Мы над этим и работаем, господин Таяр. Я каждый день вру, смотря брату в глаза, чтобы спасти твою задницу. Делаю дела за его спиной. Хюсейн, успокойся. По-моему, ты всегда это делал, господин Хюсейн. Не драматизируй. Я не чувствую себя в безопасности, хоть вы командуете Умером. У меня другое желание решения проблемы полностью. Я хочу это и для вас. И что же это за решение? Уберите Умера из полиции и испортите ему репутацию. Он не сможет меня поймать, если у него не будет возможности полицейского, и, возможно, и вас тоже.
Доброе утро. Доброе утро. Ты очень красивая. Ты голодна? Нет, вообще-то... Как это нет? Мы же пришли сюда отлично позавтракать. Здешний завтрак не похож на безвкусные итальянские завтраки. Настоящий эгейский завтрак. Пусть у желудка будет праздник, госпожа. Мы можем сделать заказ. Вы можете и яйца бросить. Ну и как ты? Зачем ты меня позвал, Омер? Значит, сеньорина стала сегодня не с той ноги. Мне сейчас попадет. Хорошо, хорошо. Ничего не говорю. Элиф, ты же ждала ответ. Спрашивала, простил ли я тебя. Я простил тебя, любимая. Старшие говорили, что гордость мешает простить. С тобой я понял, что они правы. Я научился с тобой безусловной любви. Ты научила меня, Элиф. Элиф, ты сломала скорлупу моего сердца. Твои глаза, твой печальный взгляд, твой дрожащий голос, когда ты сердишься. Твои щеки краснеют, когда ты смущаешься. Это все сделало меня другим умером. Вошло в мою душу, в мою кровь. Ты знаешь, я тоже всей душой этого хочу. Хочу проводить с тобой время. Ты научила меня свободно любить. Без страха говорить о своих желаниях. С самого начала ты страдала и до сих пор страдаешь. Можешь назвать это законами Вселенной, правилами жизни. У нас любовь — это позор. Нас вырастили отцы, которые никогда не гладили своих детей. Но это любовь, это любовь. Она переворачивает все. Элиф, ты женщина, которая обладает силой сделать из такого человека, как я, художника. У тебя самые прекрасные глаза, которые я видел. Сеньорина, кем бы ты ни была, чем бы ты ни была, я полюбил тебя с твоими ошибками и ложью. Во всем. С каждым днем все больше люблю. Войди. Госпожа Элиф, там пришел какой-то господин, хочет вас видеть. Кто? Имя не сказал? Нет. Настаивал, но не сказал. Сказал, что это очень важно. Хорошо. Господин Сами, простите, что беспокою вас в такое время. Что-то случилось? Омер в порядке? Да, Омер в порядке. Он даже не знает, что я здесь.
Какие-то проблемы? Да. К сожалению. Самая большая проблема – ваше отношение с Умером. Я больше тебя не люблю. Кончилось. Для меня все кончилось.